Вот это сейчас мы делали, когда с вами, да? Для чего мы это так делаем? Теперь сейчас вы увидите, для чего. У двоих обратный хват. Когда эта ситуация, в любой ситуации, это бой. Я находился там в какой-то, в этой стороне, увидел движение. Вот, видите? То есть увидел движение, взмах. Все находится, видите, положу. Вот именно вот эта петля. Обратите внимание, я его не таскаю. Он наносит мне удар, видите? Во! Куда он будет наносить удар? Во! Я увидел, чуть это шел. Во! Уже сопроводил его. Не рукой. Если мы будем делать, пытаться всей рукой, ничего не получится. Вот это вот движение. Короткое. Короткая значит быстрая. Дистанция коротенькая. Амплитуда короткая. Значит, быстрая по времени. Правильно? Когда она будет быстрая по времени? Когда мы будем работать, управлять ножом. Не зря же мы вот это вот делали вещи. Почему мы это делали? Упражнение. Для того, чтобы научиться работать кистью. Чтобы не работать всей рукой, а кистью. Вот эта кисть, это упражнение как раз дает нам вот это вот. Практику. При всем при том, что рука будет держаться плотно. Рука держится плотно, нож держится плотно. Это не значит, то есть мы им не вихляем, нож держится плотно. И при вот этом. Тем не менее, вот это движение короткое. Короткое движение. Детали будем обсуждать позже. Сейчас я беру общую вам картинку. Закинули, инстинктивно увидели, импульс сделали, все. Не боритесь, не таскайте. Не надо хватать, начинать с ним бороться, потому что неизвестно, чем во что это выльется. Споткнетесь, еще что-нибудь и все. Как только сделаю движение, мы ушли. Так же у нас без ножа. Бах! Мы его закидываем сюда. И так. Затыкаем. О! Соблюдая меры безопасности, я его не бью резко, а если бы ударить, бам! То есть это все с разгончику и все, и до свидания. Почему? Вы помните, говорили, я нож настоящий брал, что ничего не будет? Вот здесь ничего не будет. В руке. Плоскость вот. Плоскость вот. Как правило. Режущий кромку от себя. Даже если он был обоюдоострый, ну максимум, что здесь можно порезать, это вот это вот две кости. Содрать. Ну как бы сотрать. Здесь, если одежда, то вообще вопрос не стоит. Если человек в одежде, вообще вопрос не стоит. И когда начинают говорить, а если ты порежешься, вот эта вот глупость, которая просто не выдерживает ни одной критики. Причем где рука и где горло, да, где рука и где жизнь. О чем вообще речь ведь вести? Итак, идет удар, вот то же самое. Видите? Теперь рука как нож. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Кистевая работа. Без напряжения. Без напряжения плеч, без каких-то там силовых. Плавненько. Плавненько. Поехали.